Всем привет, с вами Кофейный. Кофейный я не просто так по принуждению, потому что спонсор моих выездов интернет-магазин кофе и чая Kava.net.ua. Сегодня мы с вами опять в селе Максимовка на коммерческом водоеме, но не популярном водоеме, можно сказать диком. В прошлый раз мы ездили с упором на Амура, но что из этого вышло, вы можете посмотреть в моем видео предыдущем. То есть сегодня мы приехали с упором на, точнее, почему в множественном числе, сегодня я приехал на карпа, с упором на карпа. Это в закорме будет исключительно пелец, ловить будем на поп-ап с пельцем, возможно, на кукурузу. Никаких камышей, ничего такого амуровского делать не будем. А как говорил, можно так сказать, мой наставник, об этом он тоже не знает, который, собственно, вырастил меня за зиму, ютуб-блогер Роман Ивасишин, ну и чемпион, соответственно, мира дважды, говорил, что амура специально словить тяжело. Амура можно словить случайно, когда ловите карпа, приловом, так сказать. И вот, собственно, я хочу это проверить, потому что действительно мы приехали на амура, там у нас и пелец из камыша был, и мы использовали CSL, чтобы никакого ликвида, то есть результата было ноль. За нами водоем, он пользуется, точнее, в нем много амура. Я ловил на поплавочную снасть, ну, то есть это факт. Но в прошлый раз ловить не удалось, поэтому будем ловить карпа, максимально стараться большого. А если повезет, то зайдет еще и амурчик. Погнали делать закрыху. Сейчас около 3 утра. Какая красота. Я забросил удилище. Там у нас стоят флетики. Ловим мы сегодня на Squid Bloodworm. Вот. Метод микс. Три в одном, кстати. Активатор клёва я не использовал. Активатор клёва, это он смесь сыпучих рыбных. Посмотрим, может, потом чуть дальше. Вот такая красота. Сегодня вообще погода шепчет. Так, относительно корма. Кормить будем по обычной классической схеме. Это у нас пылик, возможно, даже добавлять не буду, ликвид белочан, пелец 4,5 мм, траут, ну и какой-то там еще микс пельцев остался. Вот ликвид, естественно, будем добавлять. И вот конопля вареная. Очень вкусная. Пробовал сладкое, замоченное в воде, чтобы тонуло. Вот и весь прикорм. Ловить будем на поп-ап. Вон выходы рыбы уже есть. Поп-ап. Сладкая кукурузка. Будем цеплять также кукурузку настоящую. И вот у меня замоченный дипуется пелец насадочный. Сейчас покажу уже, который с дырочкой. Вот такая красота там у нас. Пускай дипуется. Дипуется Squid Bloodworm. Собственно, как и наш метод микс. Сейчас приготовлю закрыху. И будем ждать результат. Надеюсь, недолго придется ждать, потому что еще толком не стало светло, а рыбка он очень активная. Ну, надеюсь, у нас что-то то получится. Итак, приготовим прикорм. Пельчик. Так, пельчик 4 мм,
красота. Пылящие бойлы покидают целыми. Немного. Вода теплая. Июнь. Точнее, июль начало. Ликвида у нас где-то 1500-1500 килограмма получилось корма. Где-то 15 грамм ликвида на килограмм. 15 миллилитров ликвида на килограмм. Давайте миллилитров 20 сделаем. Вот так вот. Ликвид у нас белочан. Интересный такой запах. Если честно, какой-то даже стремноватый. Ну, проверим его эффективность, потому что сквид блюдворм пахнет божественно. Нужно разбавить водой. Так, выглядите. Перемешаем. Хорошенько это все польем. Так, давайте еще водицы добавим. Так, делаем замес. Так, наш корм готов. Вот такое аппетитное вещество получилось. Вкусно настаивается на основе белочана, пелец траут, ну и несколько пыльчиков. Пахнет, конечно, своеобразно белочан. Посмотрим, что из этого получится. Около 5 утра, не поверите, наживка съедена уже на втором удилище. Это капец, это раки, раки, здесь висел пелец с попапом. Ну, такого не бывает в карповой ловле, чтобы без поклевки было съедено, как если не раки. Значит, вывод такой. Хорошо, что стопорок удлинительный оставили. Будем ставить кукурузу. Ну, вариантов, к сожалению, нет. Ну, на этот период рач. Такая вот чудесная погода. Около 5 утра настало время кормежки. У нас просто шикарные шансы. Я еще не кормил, так как было темно. Сейчас начну. Погнали.
сделали мы закорм около 5 часов утра. Сейчас еще пару спомбов дадим конопли отдельно. Я вот не пойму, почему я в множественном говорю. Ну, наверное, мы это... Мы с вами. Погнали. Сейчас конопелькой подкормим рыбеху. Ситуация следующая. Белочан, блудворм, жутко привлекают раков. У меня на моем опыте, ну, я имею в виду на четвертой рыбалке, там от силы на вот такие снасти и такой прикорм, это впервые, когда ты достаешь удилище, а на нем нет ничего. Ни попапа, ни насадочного пелица. В общем, пока утро раннее, я решил, как по старинке, поставить сухую кукурузу. Реально сухую. Сейчас ее просверлю. Штучки 3 на волос одену. Ну и сверху попапчик, потому что это край. Я в шоке. Рыбка активная. Выходы есть. Но есть и борьба с раками. Я думаю, что я слишком увлекся ловлей карпа. Я к чему это все? Потому что можно было просто поставить камыш с самого утра. Я думаю, вряд ли бы рак его бы ел. А так я потратил около 2 часов на смарку. Делал перезабросы каждые полчаса, но при этом на крючке ничего не было. Ну, давайте подождем. Поставил сухую кукурузу на 2 удилища с попапом. Ждем результат. Ну, я думаю, ближе к 8-9 утра уже можно будет переходить на насадочный пелец, потому что рак должен отойти. Я так хорошо закрошил местечко. Такие вот дела. 6:30, у нас полнейшая тишина. Пойду перезабрасывать. Посмотреть, как там дела обстоят с раками. Если попапы на месте, значит раки отошли. Если попапов нет, то раки есть. Может, есть смысл ловить пока что еще на донные. Посмотрим. Погнали. Учитывая, что у нас здесь рак появился, точнее был, я только что достал удилище, а на нем сухая кукуруза есть, поп-апа нету. То есть он ест все, что мягкое и, ну, где есть какие-то свойства. Поэтому налево я пока что поставил чисто сухую кукурузу, а направо будем ставить чисто камыш. Потому что, ну, это просто время на смарку. Итак, пару часов подождем, пока рак отойдет. Будем ловить дальше.
Вот такая вот красота. Около 7 часов утра. У нас 2 июля. Водичка парует, рыбка гуляет. Надеемся на поклевку. И как раз самое время, наверное, применить вот такой вот активатор клёва. Там 15, по-моему, или сколько рыбных и всяких смесей. В общем, нужно что-нибудь-то активировать, потому что как-то грустно. Результат вы увидите. Как всегда, только отвлекся. Бешеный паровоз. Вот такой тузик. Ну, классный. Все-таки белочан работает. Раки отошли. Продолжаем. Ну что, друзья, поп-ап работает. И сейчас попробую поставить пелец. Раки вроде бы отошли. Сейчас время крупного закорма. В общем, все только начинается. А у нас уже карп есть. Небольшой, правда. Но, учитывая обстоятельства, я думаю, это очень хорошо. Погнали кормить. Порвал снасть, была поклевка на скользящую оснастку и не успел подсечь, настолько шикарная поклевка. Закинул третье поисковое удилище, посмотрим, что получится. Такие красавцы сегодня клюют. Ух, как под один. За нижнюю губу пелец с попапом, шикарно. Такой кабася приплыл в поисковой точке. Там, где не кормили. Не знаю, так правильно будет показать. Красавчик. Только что был обрыв. Ну, в общем, дело идет. С поисковой точки клюнул на кукурузу обычную с поп-апом. Хороший бодрый карпик на скользяк. То есть даже подсекать не нужно было. Продолжаем.
еще один тузик с поисковой точки. Гляньте какой. Ух, их там много, блин. Видимо, не туда я кормлю. Наверное, поменяем точку. Не поверите, через пару минут еще такой кабасер с основной точки. Тут уже полторушечка где-то. Вот это понеслось. Ни одного удилища из трех в водоеме у меня не присутствует. Это моя ошибка. Не знаю, как с этим бороться. Сейчас пойду отпущу этого. Точнее. У нас 10 часов. Скоро будет большой закорм. Очередной. Карп вообще от прикормки с белочаном. Ликвид. Не дает покоя. Я ни разу не присел. У меня уже около, я не знаю, может, 10 штук около килограммовых карпов. Но для этого стало это вообще. Вот эта вот поисковая точка, она даже не подключена к сигнализатору. Чисто вот видно сразу, когда клюет. Вторую на сигнализатор я не могу поставить, потому что нет времени. Трешняк. А у меня еще целый день впереди. Вот это пруха. Погнали. Супер погода, около 11 дня. Я не знаю, не могу так ловить. У меня одно удилище не готово, два лежит на берегу, карпы бьются. Это просто разрыв водоема, я не знаю. Я не успеваю просто заснять поклевки. Такое. У меня грустинки тред. Я не знаю, такого клёва у меня еще не было. Ну, учитывая мою небольшую карьеру в карпфишинге. Это трэш. Я провтыкал время кормежки уже где-то на час, потому что бешеный клёв. У меня сломано два удилища, ну, в плане оборвана оснастка. Одно рабочее. Я не успеваю сделать, повязать поводок. Вот это здорово, конечно. Вот это эмоции, я понимаю. Но как так? Белочан с этим блудвормом метод микси просто разрывают карпа. Я крошил, я не знаю, ну может часов в 6 утра, сейчас около 12. И вообще поклевки. Вот я не знаю. Я сейчас буду специально снимать удочку эту. И я даю ставку на то, что около там 5 минут произойдет поклевка стабильно. Такой жеребец. Обещал заснять поклевку рил, но не вышло. Вообще, вы знаете, сейчас переключусь. Хочется сказать несколько вещей. Я хочу добыть бесконечно большого карпа. А получается, бесконечные карпы. Он там один такой брекается, как бы вам его показать. Сейчас укрупнялся. Не, ну, как бы карпы для этого водоема нормал. Но, тем не менее, я считаю, это успех. Олег Кофейный и Олег Плотва готовы к выходу, я не знаю, в Баренцево море.
Так, братан, держись. Ох, я не знаю, там у меня уже их штук 20. Не поверите. Это просто завал. Наконец-то у меня два удилища. Это трэш. Это поклевки, это обрывы. О, никогда не думал, что буду ныть. Но это произошло. Там у меня довольно уже много карпов. План я перевыполнил. Амура, естественно, нет, потому что хитрая рыба какая-то здесь. О, оставил два удилища, поисковое убрал. Вон оно лежит, если вам видно. И прикорм не даю. А должен был в 10 часов, а уже 11:30, дам в час. Просто хотя бы присесть. Вот этот трешняк. Круто. В общем, белочан, сквид блудворм, работает даже на диких, полудиких, даже на долинском, там где частное и довольно активное предприятие. Круто. Рекомендую. Всем привет снова. У нас час дня, буду заканчивать рыболовную сессию Максимовки. Супер водоем. Если правильно ловить, то можно ловить очень много карпа. Правда, такой себе еще уголек, но тем не менее, можно забирать. Я за ними приезжал, потому что мне нужен небольшой карп. Вот результат. Вон он такой. Это где-то около 5 часов, но тем не менее, здесь карпа ловят очень тяжело. Так что, до скорых встреч, подписывайтесь. Скоро будут бигфиши.